Новые туристические маршруты, автором которых сможет стать каждый, появятся в Одинцове. В рамках проекта «Это моя земля» проходит конкурс легенд и историй о родном городе. Все персонажи вымышленные, совпадения случайны. Только местом действия станет реальная локация Одинцова. Для нас этот конкурс очень интересен. Для нас это для общественной организации «Серебряные волонтеры Одинцова». Все они являются членами клуба «Активное долголетие». И один из проектов наших – это «Серебряный гид Одинцова». Сопровождение экскурсий долголетов по городам Подмосковья. В планах у нас разработка новых маршрутов по Одинцову для жителей города, для детей, для людей старшего возраста. Шахзия Алиева живет в Одинцове уже 3 года. За это время успела влюбиться в город и поучаствовать в нескольких конкурсах на знание его достопримечательностей. Хотелось бы очень поучаствовать. Я подумаю, о чем я могла бы рассказать и что я могла бы донести до молодого поколения, в частности, и даже для своих одноклубников. Если есть желание, но нет опыта, наставники помогут развить навык. Всех участников конкурса ждут памятные подарки от администрации и торгово-промышленной палаты округа. А литературные труды победителей будут опубликованы в электронной и печатной сборнике «Легенд об Одинцове». Елена Краева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».